сложить все, что мы пробовали вместе. Стоит сказать, что самое главное в этом случае, это, конечно же, практиковаться. Практиковаться, просто делать всякие примеры. Ну, попробуем решить какой-нибудь, например, c поделить на a квадрат плюс b минус e равно d делить на f l. Что-нибудь такое. Да, нам, как всегда, нужно найти a. Чего начать и как все делать. Давайте я сначала сделаю его, решу этот пример, и потом посмотрим, что мы делали. Для начала я разделю все на такие как бы блоки. Да? Мне нужно... То есть здесь вы как будто бы чистите лук. Да? Самый большой блок это этот. Да? Нам его нужно оставить один и избавиться как-то от Е. Следующий блок это... Вот этот. Да, нам его нужно оставить один и избавиться от С. И, наконец, последний блок. Это наш А. Как оставить его одного. Вот в такой последовательности и будем делать. Чтобы избавиться от минус Е, мы знаем, как это делать. Мы добавляем плюс Е с двух сторон. Плюс Е с двух сторон. Переписываем все. Значит, здесь наши минус е плюс е сокращаются. Остается новый пример. С поделить на а квадрат b плюс b равно d поделить на fl плюс e. Теперь постараемся избавиться от c. Как это сделать? Нужно обе стороны поделить на c. Да? То есть c сверху делим обе стороны на c. Я красненьким сразу впишу сюда. Не забывайте, что это как бы а плюс b это один блок, поэтому он в скобках. Делим на c здесь, и здесь это тоже целый блок, да, огромный блок. Поэтому делим его весь на c. Да? C и c сокращается, остается здесь единичка. И мы переписываем свой пример. Он, конечно, получится такой очень четырехэтажный, но... Что сделаешь? Значит, единицу поделить на а квадрат плюс b равно d делить на fl плюс e. Все это делить на c. Ничего, пока что так и оставим. Да? Значит, дальше что нам делать? Дальше нам нужно как-то сделать так, чтобы это вот а квадрат плюс b больше не было снизу. Да. Для этого мы перевернем обе дроби кверх ногами. Ну и получится а квадрат плюс b делить на 1, я пока что напишу, равно. И здесь вот вокруг какой оси переворачивать? Вокруг той, которая проходит через всю дробь. Да, вокруг вот этой. Не вокруг этой. Это неправильно. Здесь нет, вот здесь. Итак. С делить на... Вторая дробь не переворачивает. D делить на FL – это один блок. Плюс E – это один кусок. Значит, вот что у нас осталось. Теперь. А квадрат плюс B равно C делить на... D делить на FL плюс E. Это огромный пример. Как избавиться от b с двух сторон? Отнимаем b, то есть добавляем минус b с двух сторон. Как это выглядит? Я даже напишу сюда. Впишу сюда. Минус b
и здесь минус b. После всего блока, да, то есть вы понимаете, как бы это ко всему блоку, вот он, здесь блок, и здесь блок. Мы ко всему блоку просто добавляем минус b с двух сторон. И все, это все, что делаете. Вы как бы к блокам прибавляете и убираете вещи. Что получается? Здесь, как всегда, да, плюс b, минус b сокращается. Остается а квадрат равно c поделить на d, деленное на fl, плюс e, минус b. Ну и, наконец, чтобы довести все это до конца, нам нужно избавиться от квадрата а. Мы помним, как это делается. Достается квадратный корень из всего куска. И здесь из всего куска. И мы получаем ответ. Ну, помните, что квадратный корень там плюс-минус, да? Но пока у нас нету цифр, да, обойдемся без плюс-минуса. Пускай будет только плюс. А равно c поделить на d деленное на fl плюс e минус все это b. Все это под квадратным корнем. Получилось, конечно, огромное выражение, но при этом заметьте, что двигаясь здесь от одного к следующему, к следующему, к следующему, да, между этими уровнями двигаясь, мы никогда ничего не теряем. И поэтому этот способ, он продуктивен. То есть вам не нужно изобретать каждый раз что-то новое, вы просто двигаетесь все время по одному и тому же маршруту. В конце, например, может быть, вам нужно поставить число. Наверное, таких примеров редко бывает же. Но в целом можно решить любой пример. Давайте здесь как будто бы кто-то проехал. И он очень рад. У него медаль еще есть. Робот с медалью. Медаль. Золотая. Ну, вот так, главное, практика, практика, практика.